Эстонский стартап покоряет рынок Азии. Компания Thunderbeam получила инвестиции в размере 2 миллионов евро от японской инвестиционной компании Millstone. Средства будут направлены на расширение деятельности фирмы на азиатский рынок. Команда Thunderbeam нацелена на создание постоянно открытой биржевой платформы, основанной на блокчейне. Кайди Руазалеп, исполнительный директор и основатель Thunderbeam, прокомментировала: «Наша цель – стать глобальной фондовой биржей для стартапов. Мы уже разработали первую в мире открытую биржевую платформу на блокчейне. Теперь пришло время расширяться за пределы Европы».